Традиционная экскурсия началась в новостной редакции Юркут-ТВ. Ребята собственными глазами смогли увидеть, как журналисты пишут тексты, операторы снимают видео, а монтажеры в итоге собирают готовый сюжет. Визит юных журналистов приурочен к открытию ежегодного конкурса «Журналина-2013». Конкурс «Журналина» у меня вызывает очень положительные эмоции. Я уже участвую в этом конкурсе третий год. Мне очень нравится, потому что каждый год новые знакомые приезжаешь, встречают очень хорошо. Никита Риуцкий занимается журналистикой более 4 лет. За это время юноша даже приобрел навыки конвергентного корреспондента. Он журналист, оператор и монтажер в одном лице. После школы Никита не собирается покидать профессию и, возможно, станет студентом факультета журналистики ЮРГУ. Впечатление. Хорошо вообще оборудование. Я даже не ожидал, что в ЮРГУ есть такая настолько большая телекомпания. В конце экскурсии ребятам подробно рассказали об условиях поступления на факультет журналистики ЮРГУ. Ведь кто-то из ребят уже в скором времени станет абитуриентом 2014 года. В принципе, журналисты как нашего вуза.